Бронзовый кузнец Каракс, я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узлы, их нужно отсечь. Это уже сделал Тёмный Тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Я вновь рад приветствовать вас, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир. И что я хочу сказать, помимо фотонки, нам дали старую добрую батарею щитов, которую мы могли видеть не так давно в моем прохождении первого Старкрафта. Это замечательно. Ее так не хватало. Ладно. Энергичнее. Активируйте все энергетические ядра менее чем за 15 минут. Задание Копье Адуна на уровне сложности боец. Так, вызовите при помощи врата искривления 5 боевых единиц в течение 10 секунд. Выполните задание Копье Адуна в компании Legacy of the Void. Хорошо. Хорошо. Ну, короче говоря, мне нужно... Мне нужно просто построить 5 гейтов. Это просто. Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис... Почему ты бежишь от спасения? Селендис. Ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы Копья Адуна. Первое энергетическое ядро уже включается. Но остальные 4 еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки Копья Адуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. Ну что, давайте установим первый пилон. Но... Где у нас наши добрые друзья? А, нет, там пилон можно установить автоматически. Эти фотонные пушки могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью Копья Адуна. Нажми кнопку «Вызвать пилон» в верхней части экрана. Я уже это сделал, теперь мой дорогой друг. В радиусе поражения могут обстреливать наши пушки. Если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Замечательно. Работоспособная линия обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача — очистить энергетические ядра от слизи. Хорошо. Главная задача будет сделана... Но пока мы будем продолжать развиваться, продолжать подстраивать полезные вещи. И сейчас мы глянем. Это вот здесь поставим, я думаю. Причем пилоны вызываются за 75 энергии. То есть, грубо говоря, у нас должна быть энергия. Количество энергии, доступное для использования способности Копья Адуна. Я думаю, что лучше пока поэкономить, потому что они нам могут пригодиться, допустим, где-то ниже. И нам надо пройти довольно шустро эту миссию, насколько это, в принципе, возможно.
Надеюсь, у меня это получится. Иди, пожалуйста, добывай. Нет, простите, на А. И... Теперь мы можем преобразовать наши врата во врата искривления. Это позволит нам вызывать воинов в любую точку на поле боя, где есть пилон. Вот-вот. Так, давайте мы сделаем еще пару врат. Я думаю, что в ближайшее время это нам поможет, пригодится и будет очень классно и вовремя, своевременно сделано. А одна из основных задач сейчас сделать, насколько я понял, вызвать 5 юнитов за раз. Это несложно, просто нужно сделать 5 гитов. Собственно, чем мы сейчас и занимаемся. Ну, естественно, нам нужна добыча. И, естественно, нам нужны юниты, которые будут все это дело делать. Ускоряем основную часть. Сколько нам понадобится? Улучшенные врата искривления. Врата искривления могут накапливать до 3 зарядов. О, то есть нам даже, получается, не надо призывать... Ну, я понял, короче, я зря построил гиты. Давайте мы отменим. Давайте мы отменим. Сколько нам понадобится, чтобы вызвать 5? Нам нужно минимум... Минимум. Ладно. В одном 3 заряда. Тогда это можно тоже, в принципе, отменить. Замечательно. 6 зарядов на данный момент доступно. И 50. Значит, мне нужно больше газа. Мне нужно больше газа. Намного больше газа. И идем. Идем заряжаться. Вот у нас 90 уже энергии. Всего требуется 75. Давайте запишем на двоечку, это на пятерочку. Замечательно. И сейчас будем призывать. Сейчас будем призывать. Мне нужно 5 юнитов за раз. Для этого потребуется 250 газа. Все просто легко. У нас пока никто не нападает. Все просто замечательно в этом плане. Идет дождик. Планета красивая. Все просто классно. Так. Зажимаем Shift. Ждем еще чуть-чуть газа. И ставим. Нужно построить больше пилонов. Фак. Просто так меня обломали. К нашему Нексусу приближаются зерглинги. Надо укрепить оборону. С какой стороны они приближаются, скажите мне, пожалуйста. Меня вот сейчас так обломали хорошо. Просто шикарнейшим образом обломали, серьезно. Так. А на что у нас там? Ну, Цешка, все правильно. Все правильно. И мне нужно на Б. База атакована. Оверчардж щитов. Отлично. Замечательно. Прям как хилка из одной игрушки. Замечательно. Интересно, фишки работает, нет? Нет, к сожалению, не работает. Было бы прикольно. Ладненько. Сканеры засекли поблизости обесточенные врата искривления. Вызвав рядом с ними пилон, мы обеспечим врата энергией и захватим преимущество. Я рекомендую воспользоваться способностью копья Адуна. Хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Итак, нам требуется 75. В принципе, у нас есть на второй пилон установка второго пилона, поэтому почему бы нет? Давайте установим здесь. Оп, пилончик, пожалуйста. Наши войска обнаружили врата искривления. Надо только обеспечить их энергией, вызвав пилон. Ну, так уже как бы... Врата искривления готовы к работе. Мы можем немедленно начать вызов войск. Вот, замечательно. Я здесь, среди вот теперь у нас просто все хорошо. Замечательно. Отвозим. Мы отвозим крадущие ребят сюда. Под пушечки. Очень рад. Великолепно. Давайте возьмем зелка заодно. Заманчиво. Будь по-твоему. Итак, наша основная задача пройти довольно быстро, да? Насколько мне не изменяет память.
значит давайте проходить довольно быстро. По крайней мере, насколько это возможно. Смотрим, как он активируется. Второе энергетическое ядро запущено. Сенсорные системы копья Адуна активируются. Не отвергай давайте свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Не хватает минералов. Сенсоры готовы к работе. Погоди. Что это? К нашему Нексусу приближаются призмы искривления. Сталкеры, уничтожьте их. Без проблем. А, они даже не успели ничего сделать. Лол. Не хватает минералов. Кишки. Так, ну ладно, здесь пока все нормально. Давайте дальше пробежимся. Думаю, что особо сильно там проблем никаких мы не испытаем. Ну, не хотелось бы это верить, конечно. Но в любом случае, почему бы нет. О, драгуны, мои дорогие ребятки. Я давно вас не видел во втором Старкрафте. Фактически никогда. Может, их здесь просто не было. Но теперь драгуны снова с нами. Они снова вернулись. И это замечательно. Мои навыки пригодятся тебе. Замечательно. А, давайте установим. Я не буду служить тебе вечно. Замечательно. Замечательно, замечательно. А, так, в драгуна. Вливаемся. Ледочки? Серьезно? Жизнь непорочна и несовершенна. Я преображу ее. Так, не надо подсыть моего доброго юнита. Отлично, добили. Замечательно. А, и давайте... Требуется больше виспена. Пару юнитов добавим. Среди теней. Все против тебя. Даже земля под твоими ногами горит пламенем моей победы. Мы то есть именно поэтому, да, я так спокойно все делаю. Оу. Черви Нидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Есть такое, да. Не сопротивляйся. Избавься от боли. Давайте быстренько уничтожим червей, но сначала надо взять пару минералов и поставить вот здесь еще одну. По-твой. Замечательно. Гаракс, я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Так. Я... Давайте мы запишем замечательную штучку сюда же. И нам надо уничтожать быстрее всех этих гадов. Требуется больше виспена. Замечательно. Я здесь. Замечательно. Среди теней. Вераку. Все великолепно. Противозмездие. Минус черви. Очень разумно. Минус черви. Все классно. Тени. Так, и быстренько продвигаемся ниже. Что ты? А, быстренько продвигаемся ниже. Почему бы не сделать этого? Я вспомнил, почему я лоханулся немножко. Вот здесь есть еще один пилончик. Так, смотрите. Я лоханулся в том, что я не добывал вот отсюда. Так, по-моему, здесь требуется еще одна. Да, вот, все. У меня не хватало, к сожалению, виспена. И сейчас все еще не хватает. Я думаю, что мы сейчас это исправим скоро. Ладно, что я хотел сделать, это призвать следующих сталкеров. И нападать дальше на его врага, естественно. Сашакурас. Вераку.
Через заклик, по сути, идем. Ничего страшного. По идее, должны спокойно зарешать более или менее. Оу-оу-оу-оу. Не успеем мы, конечно, отбежать назад, но... Окей. Главное, большую часть сталкеров мы таки спасли. Нет, ты не убьешь его, гад. Замечательно. Еще плюс одна. Иерарх, мы почти закончили. Скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Довольно. Замечательно. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся и прими спасение. Просто великолепно. И у нас осталась одна... Еще одна стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. В принципе, мы... Так, мы можем... Нужно построить больше пилонов. Жизнь за Ай! Что ты предложишь? Давайте уничтожим все и вся. Здесь есть. База атакована. База атакована. Не очень мне, конечно, нравится вот эта тема, но... А, надо как-то защитить все это дело. Быстренько перебегаем. Куда-нибудь вот так. Я не буду служить тебе вечно. Очень разумно. Ай, не успею так за 15 минут это сделать. Замечательно, минус последний. Давайте просто вот сюда это сделаем. А здесь подварпим. Или не подварпим, ладно. В общем-то, давайте на последнюю место бежать. А тут подварпим уже, когда пилоны подымутся. Пилончики. База атакована. О, отлично. А замечательно. Войны прекратятся. Все будут едины. Проще уничтожить отчасти пилон, чем убить пушки, но. Так. Убиваем этого гада. Убиваем, 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 убиваем. Отлично. А, так, быстренько телепортируемся сюда. Убиваем вот эту гадость. А, убиваем вот эту гадость. И убиваем вот эту гадость. Замечательно. Такие вот дела, мы покидаем этот мир, и я не успел это сделать за 15 минут, потому что, ну, просто не успел. В основном из-за того, что у меня не добывался газ со второй газилки, но окей, все нормально. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока-пока.